Всем привет! Еще одна легенда Фонтейне, которую можно победить и получить достижение за это. Это Лиам. Блеклая радуга. Где он находится? Давайте начнем с этого, потому что это неожиданная битва началась. Я хотел его сфотографировать, но, к сожалению, не вышло. Смотрите. Ну, естественно, это Фонтейн. Так, вот эта точка, где я сейчас нахожусь, рядом с озером. Сюда можно будет добраться с помощью вот этого телепорта. Здесь рядом с домиком стоит вот этот мужик, который очень сильно бьет, ребят. 93 уровень. Он кидается. Ничего себе, так, щит еще поставлю, подождите. У него несколько атак, одна из них это когда он кидается электрическими снарядами и огненными снарядами по площади, кстати. Вы уже, наверное, заметили, в начале битвы он бил по площади по нескольким радиусам, смотрите. Ну, сейчас пытается он, я не знаю, что ты пытаешься сделать, а? Вот она эта атака, смотрите. Типа электрические мины, я бы назвал бы это так. Но, в принципе, давайте попробуем его убить и посмотрим, достижение получим. Так, какой у него урон, кстати? Электричество я смогу его убить, нет? А, вообще ни о чем, смотрите. Почти я ему ничего не наношу. Ну ладно, Нёвелит должен справиться, по идее. Ой, надо было... А, даже Нёвелит еле-еле пытается... Как это вообще возможно? Еще одно существо, которое не убьешь, да? Во, он в камень превратился, можно фото сделать, смотрите. Да ладно, я шучу, конечно же. Так, я предлагаю попробовать его все-таки добить. Надо было еду использовать перед атакой, но, как понимаете, это было неожиданно для меня. Я не был готов к этому. Но, в принципе, я его убиваю, да? Время нужно только. Обязательно в команду надо брать хиллера, ну, или бы щитовика. Если у вас есть Джунли, то, по идее, вы должны справиться с ним без проблем. Электричеством бить, как я уже вижу, вообще бесполезно. Урон такой мизерный. Скорее всего, у него просто резист максимальный стоит к электричеству и огню. Могу ошибаться, но вот водой, например, я его поливаю неплохо от Нёвелита. Смотрите, какой урон бешеный. По сравнению с другими, имеется в виду, конечно же. Так, ладно, я его добью все-таки. Мне даже еда не потребуется, друг мой. Смотри, что я умею. Елань здесь бесполезна, конечно же, но... Как же мне хватает, на самом деле, в пачку какой-нибудь дендера персонажа, который мог что-нибудь накладывать долгоиграющее, чтобы... Реакцию вызывать соответствующую. Опа! Ну все, это конец ему. О, как же ему плохо. И мне тоже, кстати. За первое убийство, как я уже сказал, вы получаете достижение, как и из-за других мини-боссов на этой карте. Рядом с... Ну, имеется в виду Фонтейне. Ё-моё, как же больно же, а? Бешеный какой-то тип. Но у меня Нёвелит хоть и силен, но даже ему тяжело его пробить. Я бы сюда на самом деле еще Аяку мог поставить. Хорошая была бы идея. Это было близко. Да ладно, хорош уже, падай. Все равно же ты погиб уже. Я ему прям в лицо. Но на самом деле все равно он довольно сильно бьет. Без щитовика бы я, конечно, бы здесь не выжил бы. Все, до свидания. Ой. До сви... Нет! Вы посмотрите, а, еще жив. Это были его последние слова, но и достижения под названием Лиам. На этом все, кстати, да, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Там еще больше контента. Увидимся, пока.